Красное море ночью. Ни души, ни одного, да, ни одного дайвера, ни одного спасателя, никого нету. Да. Вот еще салютные. Да, никого нету. Одни русские люди, и те только в количестве двух человек на всем побережье Шарм-эль-Шейха купаются в это ночное время. Ночь. Шарм-эль-Шейх. Никого нету. Прекрасная прогулка и купание в черном, красном море не может испортить ничто. Люди, всегда купайтесь в Красное море ночью. Да, Андрей? Да.